Доброго времени суток, с вами Уксус. И сегодня мы будем играть на SimCity. Это наш новый город. Сегодня я планирую где-то так 4-3 видео запилить, чтобы... Я не знаю, как меня слышно, но... Ну ладно. Давайте начнем. Так. Мы стрим. Давайте в этот городок, потому что он для начинающих и все такое. Назовем его мыс Тринити. А так, начнем, пожалуй, с сюда. Вот. Начнем новую игру. Я просто удалил старую. Ну, у меня были проблемы такие большие. Так. Вот, наш город загрузился, я знаю, куда дует ветер, но... Но вдруг я не знаю. Да, все верно, туда и дует ветер. Так, карта ветра, уйди. Давайте начнем с... Я планирую много видео сделать, как я и говорил. Я опять повторяюсь. Но я забываю то, что я говорю. Как многие говорят, не судите строго. Так, я сделаю вот такую карту, она мне больше нравится. Ну, блин. Сделал, называется. Ладно, тут будет жилая зона, коммерческая, там... Я планирую добавить музыку, но... Я добавлю, конечно, музыку, если вы хотите ее, отпишитесь. Делаем дороги, ничего интересного. Ни капельки. Но может я погорячился сказать ни капельки. Может я где-то ошибусь.
Я собираюсь тут сделать туристический городок. Так много, конечно, перекрестков, но я думаю, жители потерпят. Так, теперь начнем с зон. Начнем с жилой. Если мы собираемся сделать туристический город, нужно больно много магазинов. А сейчас будет такое, недостаточно воспроизводителей товара, какой паршивцы, наглецы и все такое. А город будет туристический, как я и сказал, но собираюсь в нем много чего сделать. Так, который желаю будет. Конечно, вот... Куда без проблем с рабочими? Так, вот сюда и вот сюда. Ладно. Ну ладно. Ладно, это тоже слово паразит. Которое мне бы не надо было говорить. Сделаем еще это. Такую дорогу мы не сделаем. Мы шоссе сделаем. Ой, простите. Ля-ля-ля. Не надо мне тут ля-ля. Будет у вас энергия и вода. Вода. Вода у нас будет вот тут. Энергия. Чистая энергия это хорошо, но ветровая лучше. Ну ладно. Что? Нам нужна энергия. Город остался без света. Как же я буду читать книжки? Есть интернет. Ну, у них такой трейлер. Что даже компьютера, видать, нет. Так. Еще все еще достаточно. Ок.
58, так мало. А жителей тоже мало, да? Посещают 0 деталей. Много вакансий. Ладно. Я надеюсь, ее поставлю в правильном направлении. Ну все. Какой звук хороший, правда? Что бы еще? Я тут дергаю наушники. Если будет странный звук, извините. Так, что ты нам предлагаешь? Таунхолда. Таунхолл. Так, правительство. Вот сюда. Я думаю, им понравится. Так, счастье. Хорошо. Хорошо. Не хочу я менять этот город. Так, полицейский. Идите нафиг. Церковь. Я думаю, что могу поставить. Давай. Ху-ху-ху. Так. Не хочу я менять ваш город. Живите как хотите. Что бы еще можно было поставить? Религия. Так. Это из Китая, да? Если город будет туристический, то я поставлю мечеть. Почему культура обозначается фотографией? Я сам не очень понял. А давайте взглянем на уровень загрязнения воды. Я вот... помню, что воду загрязняют заводы. Или нет. Я не помню точно. Так. Так, это не надо. Это тоже пока. Ах.
Давайте посмотрим карту плотности застройки. А вот, по-моему, вот эти дома должны улучшиться. Ага. Вот я думаю, что я... О, проблема с каналом. Что это? Вряд ли я когда-нибудь пойму. Так. О, давайте эту грязную. Мы ее развивать, конечно, не будем. Да. Сносим. Так, что за задание? Ага, ага. О, почва. Так, так, так. Я боюсь, как бы сточные воды не добрались до этого. Картина очень красивая, но она забита. Ага. В избытке. Охо. Да. Скажу честно, что эта хрень очень загрязняет почву. Ну ладно, не в этом дело. Что нам еще нужно? Что вы требуете? Недостаточно покупателей. Давайте я потранжирю деньги. Машина, по-моему, тоже загрязняет воду, если я помню. Давайте разместим горный... На самом деле не 250, а 500, 5000, вернее. Давайте. У нас уже много людишек. Так, 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 так. Так. Карта нам больше не нужна.
можно посмотреть карту энергии. Вот что это такое? А? Что это такое? Может, это завод такой? Я не знаю. Так, а что у нас? Заброшенное здание. Нет покупателя. Так, давайте разместим больше жилых зон. Так началась нужда в парках. Да. Благосостояние растет. Давайте разместим мой любимый пруд. Но я вообще парки не расставляю. Будет у нас пятнышко тут. Ничего ты не хочешь. А пробки на дорогах. Это все потому, что грузовики снова. Давайте я сделаю более насыщенные. Не насыщенные, а на... Дом кокса. Где дом кокса? Кстати, насчет обучения. Обучение не нужно. От чего бактерии? Пока ни от чего. Четыре. Вы лично ноль в ожидании. Так. Да. Давай. Мне надо Министерство туризма. Знаете что?
Давайте плацу сделаем. Так. Начнем с игорного дома. Все, я уже начал это.